Ой, только больно. Крошка, привет, ребята. Гудаури, Грузия. Меня зовут Анатолий. Вот. Это только неудобно очень. Сюда сделать. Что? Хорошо. Смотри, направление. Скажу идти, идем. Бежать, бежим. Не садись, понял? Вы? Не садись? Не садись. Когда я скажу садись, тогда садись. Не садись, пока не Понятно. Скажу. Бежишь, либо идешь. Пока не скажу. Скажу идти назад, идти назад. Окей. Спиной. Ну, если скажу. Готов вперед? Шаг вперед, пожалуйста, сделай. Еще, 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 еще. Идем назад. Идем. Хорошо, пошли вперед. Побежали. Побежали, побежали. Бежим, бежим. Смотри. Побод. Так. Коленку левую вверх. Что? Левая коленка вверх. Молодец. Правая коленка вверх. Хорошо. Удобно сидишь? Все хорошо? Да. Замечательно. Думал, что я больше буду бояться. Что? Думал, что я больше буду бояться. Я не считаю, что это очень страшно. Парапланы по правде. Классная штука. Да. Классная затея. А как видите, как, что я делаю? Ну, все это как снять? Развернуть камеру просто в руки. Да, вот так. Еще так видно? Вот так будет видно. Вы тут живете? Да, живем. А, первый класс. Да, да, да. 8 лет. Угу. А нас тут не знал, что это такое и как это. И с чем это едят. Классно. А ты до этого какой был пилот? Ну, до парапланов. До парапланов? Да. Я прыгал с парашютом. Классно. Ну, больше летаю, просто 15 лет. Камеру держи хорошо, пожалуйста. Я держу камеру. Что? Видео непонятно. Что-то? Видео непонятно, как его получается. Ну, я пытаюсь, серьезно. Вот так нормально держу? Можешь на себя направить. Я сейчас в армии. Кто ты? Я в армии. В армии служишь? Да. Как тебе? Ничего. Ну, как надоело уже много. Просто у нас нужно 3 года делать подряд. Это всем нужно делать. Так что не только я какой-то такой... Да. Ну, я военный, так что ничего особенного я не делаю. Стреляю, когда нужно. Услышал. Что? Услышал тебя. Да. Русские у тебя хорошие, откуда знаешь? Мои родители из России. Все, я русский. А это твоя мама? Да, это моя мама. Хорошая. Да. Мне повезло на парапланах с тобой вместе летать. Это в жизни не произошло до сих пор. Мне не верится, что мама так обычно, знаешь, наоборот, заднюю включают. Мама, наоборот, летит сына. Замечательно. Да, это до сих пор это не произошло до сих пор.
прекрасно. Специально жду. А, спасибо. Если она не кричит, значит все нормально. Что говоришь? Если не будет кричать, значит все нормально. Ну, она у тебя не похожа на трусиху. Не то на трусиха, ну, который... Скажу честно, я сейчас последние несколько лет тоже стал бояться высоты. Не знаю почему, как-то стало... Ну, может, повзрослел, так далее. Наверное. Я не знаю. Может быть. Да. Одно время ничего не боишься, другое время всего боишься. Да. Я пока что на в этом, не все боюсь, как вы видите, я это делаю, но мне тяжелее делать вещи, чем раньше. Где кончаем? Заканчиваем в каньоне. Я забрал. Сейчас я поснимаю с твоей стороны. Вот так вот. А твоя лома за нами. Уже недостаточно, чтобы пойти наверх? Уже недостаточно, чтобы... За солнышко сделали. Да. Скоро получилось. Да, так они раньше нас. Я сделал все возможное, если не получается. Да. Я вижу уже. Да. Это можно. Я работаю, это можно сделать. Солнца нету. У меня очки хамелеон. Да, вроде я одел и все, что надо.